Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Надя. Сегодня у нас с вами будет очередная распаковочка, обзор, тестирование посылочек, заказанных на сайте AliExpress. Ссылки, как всегда, будут в описании под видео. Кто впервые на моем канале еще не подписался, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Всем приятного просмотра. Итак, только сегодня получила эту посылку и сейчас с вами будем смотреть, что тут мне такого пришло. Это пришли новиночки с магазина Madelonis. Очень быстрая, девчонки, доставка. Так, немножко вас подниму повыше. Очень быстрая доставка, так как недавно эти товары у меня были на обзоре. Очень быстро ко мне пришли их новиночки. Ссылки, как всегда, будут в описании под видео. Так что, кому интересно, смотрите под видео. Вот такая кучка разных новиночек. И давайте будем с вами смотреть. Все хорошо плотно упаковано вот в такую коробку. Ничего не повредилось. Так, тут мне пришла дип-пудра. У меня уже ранее на обзоре был обзор дип-пудры. Кому интересно, можете посмотреть у меня на канале моих предыдущих видео. Нет, мне кажется, что это акриловая пудра. Ну, сейчас мы с вами будем смотреть. Так. Madelonis 28 грамм. Очень большие баночки. Да, это акриловая пудра. Тут мне пришло 6 разных цветов. И акриловая пудра хорошо подойдет для укрепления ноготочков, для дизайна также. Или с мономером делать наращивание. Да, и вот такие гель-лаки. Вот такая коробка, 8 цветов, объем 7 мл. Так, что тут заявлено. Состав. Очень четко все видно. Кому интересно, можете положить на паузу. 12 месяцев после вскрытия. Конечно, объем небольшой, как для себя 7 мл. Хорошо. Там есть разные наборы в магазине. Вот так хорошо все красиво упаковано. Есть еще так, фокус. Есть еще инструкция, как использовать, как работать. Так, сейчас с вами посмотрим. Вот такой вкладыш положил продавец. И переступим к гель-лакам. Хорошие, качественные гель-лаки. Плотные. Сейчас я возьму свою типсу и мы с вами их выкрасим. Так. Так, внутри еще вот такая штучка, чтобы они ровно были. Так, будем сейчас с вами сразу же тестировать. Взяла я прозрачные типсы, чтобы было видно, насколько плотные цвета. Давайте будем сразу выкрашивать. Так, первый цвет 1178. Так, поближе. Состав. Очень приятно, что есть на баночке состав. Также есть окошко. Надо хранить подальше от солнечных лучей, чтобы не испортился гель-лак. Так, видно, какой цвет идет, такой темный-темный, как на крышечке. Цвета должны соответствовать, какие на крышечке. Вот. И давайте сразу будем выкрашивать. Так, наполнение хорошее. Баночки, стекло, запах есть, немножко запах есть, запах не резкий, но запах есть, девчонки. Ну, он как бы такой полупрозрачный, что ли.
Вот видно, немножко просвечивает. Я сейчас просушу и к вам вернусь. Это термогель лак, вот таком он теплый, светло-розовый. И сейчас нанесем еще один слой. Вот так быстро он реагирует на температуру. Я термогель-лаки люблю, но все же он просвечивает даже на второй слой. Нужно будет еще третий слой. Итак, цвет 1178. Дальше следующий. Это все, получается, термогель-лаки. Так, следующий у нас будет цвет под номером 1180. Это блестяшки. Так, я плохо тут закрепила. Неровно. Он такой густой, с блестяшками. От светлого к темному. 1180. Цвет под номером. Там есть разные серии. Это у меня серия термо. Так, дальше следующий. 0658. Красивые такие блестяшки. Так, я вас немножко ниже упущу. Вот так, чтобы лучше было вам видно. Вот. Конечно, блестяшки такие интересные. Но два слоя лучше. Сейчас мы посмотрим с вами, как переход будет. Дальше следующий 0654. Какой красивый, как бы красный с блестяшками. Вообще красивая такая серия. Я люблю все такое яркое, блестящее. Так, немножко из-за блестяшек он такой густой. Красивый красный. Так, еще один и на просушку. 1179. Что-то подобное к предыдущему, но более ярче. Тут такие какие-то золотые блестяшки красивые. Гипса у меня большая, отлично будет видно цвет и переход. Итак, первый слой нанесли и на просушку. Так, сейчас я вам поднесу поближе, чтобы лучше было видно. Да, они просвечивают, одного слоя будет мало. Так, на просушку. Вот я только с лампы взяла вот такой красивый переход. Вот это золото, это серебро, такой как бы красный в золото, этот розовый, темный, серебро, этот синий. Интересные, конечно, цвета. И давайте выкрасим второй слой. У меня точно таких еще не было, так что уже есть. Так, сейчас мы выкрасим второй слой и посмотрим, как на два слоя будет эта красота. Вот уже лучше. Дальше следующий 0658. Пишите в комментариях, который вам больше цвет понравился. Любите ли вы термогель-лаки? Они как раз хорошие на прохладную пору года, на зиму, на осень, весну.
Отлично, эффект видно. Так. Хорошо реагирует на температуру. Быстро меняет цвет. Очень красивый этот красный. Так. Объем небольшой, как для себя. Вот так на второй слой и на просушку. Вот такой переход интересный. Так, будем наблюдать, как цвета меняются. Еще выкрасим 3 гель-лака. Так, взяла я свои типсы 1177, цвет очень красивый, такой лиловый должен быть. Так, посмотрим. Ну, не плотные они. Хотелось, конечно, чтобы было немного поплотнее. Так, второй. 1181. Такой коричневый. Красивый. Но они все такие полупрозрачные, их надо точно на 2-3 слоя делать. Ну, конечно, у кого не мощная лампа, это плюс, что все хорошо просушится. И 1176. Так, немножко тяжело под камеру, чтобы ничего не уронить. Такие черные блестяшки. На просушку первый слой. Сейчас мы с вами выкрасим еще один слой. Ведь они полупрозрачные. На 30 секунд достаточно. В своей Sun One сушу 30 секунд. Все хорошо просушивает. Пока те сушатся, давайте перекроем еще топом. Эти гель-лаки. У меня немножко уже загустел, ну, для типс будет. Напишите мне в комментариях, которые ваши любимые базы и топы, которые вы используете. Мне нужно будет заказать новую базу и топ себе. Напишите в комментариях. Также напишите, как вам продукция Modelonics. Пробовали, хотели бы попробовать. Я думаю, что будет интересно не только мне, но и зрителям моего канала. Да, кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Вам не сложно, мне приятно. Так. Хороший этот топ от G-Like, правда, он не бюджетный, но он хороший. И на просушку в лампу. Так, еще нанесем второй слой. Красивый этот такой сливочный цвет. Второй коричневый, конечно, цвет на любителя, но красивый термоэффект.
Ну, черный. Посмотрим, как меняется температура. Вот так они поближе. Красивые цвета, блестяшки шикарные. Посмотрите, как красивый переход идет. Вот такие у нас сегодня красивые гель-лаки были на обзоре. В следующем видео мы с вами протестируем акриловую пудру, вот эту, которая сегодня мне пришла, так как у меня уже типсы заняты. Нужно мне еще подготовить, так что будем тестировать акриловую пудру в следующих видео. Ссылки будут на все товары в описании под видео. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди вас ждет много чего интересного. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок, и всем вам до новых встреч. Всем пока-пока.